Вот смотрите, вот так вот лодка едет сама, будем говорить, на вот такой-то огромной электрокаре. Видите, да, и едет на свое, на место парковки. Вот так вот, видите, на колесиках. А потом ее вставляют уже на вот такие стоечки, видите, да, вот такие стоечки. Вот. Смотрите, вот эта лодка в данном случае, она простояла в воде, пробыла в воде 3 года. 3 года. Смотрите, как в ней моллюски, видите, моллюски, как свой это нашли, домики. 3 года простояла. Вот такой прикол. А вот там стоит рядом лодка 72-го года. 72-го года. Отремонтированная, говорят, и так далее. Сейчас я покажу, желтенькая. И цена, я у нее спросил, у французов, 32 тысячи евро. Вот видите, дом на колесах, а за ней стоит желтая лодка. Яхта, будем говорить, спарс. Там мужик что-то вертится, крутится. Вот эта лодка сейчас стоит на продаже. Цена ее 32 тысячи евро. Так что вот так вот. Видите, ребята, хотите покупать лодку, приезжайте сюда, Марсель. И вот эта красавица, 50-летняя, будем говорить, уже не молодая, но в хорошем состоянии, стоит 32 тысячи евро. Всем удачи, по лохмачи, пока.